Стала известна эмблема зимних Олимпийских игр 2022. Ее уже утвердили в Пекине. Символ спортивного события выбирали из 4500 эскизов. Отмечается, что дизайнеров, принимавших участие в разработке, было вдвое больше, чем во время подготовки к летней Олимпиаде в 2008 году. Самому старшему было 85, а самому юному всего 7 лет. Эмблема зимней Олимпиады 2022 года называется «Дунмен», что означает «зимняя мечта». Этот символ – сочетание элементов традиционной китайской культуры и самого спортивного состязания. Основу составляет иероглиф «Дун», а в верхней его части изображен фигурист, а в нижней – лыжник. Между ними показана горнолыжная дорога. Эмблему украшают шелковые ленты, которые символизируют праздничное настроение китайского Нового года.